Так, текаем в люк. Мам, мы в люк успели скрыться. Это же прям ты. Ты же красный вроде, да? Мая красный, значит, я опасный. Короче, дорогие друзья, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Много лайков прожимаем, мы сейчас отправляемся в игру Амонас. Да, что? Нет. Ребятки, короче, нажимаем на колокольчик обязательно. И вопросик, Женечка, задавай. Да, вопросик дня. А как вас зовут, сколько вам лет? Потому что у нас много новых подписчиков. Вы и новые пишите, и старые. Вопросик дня для Евгена Бро и Ма. Например, я Ваня, мне там, не знаю, 13 лет, как, ну или 18, или там 20. Или 20. Ребят, пишите. А мы в Амонгаз не идем, короче. В смысле мы не идем? Как это? Почему? Ну, потому что, смотри, метелка стоит нетронутая, пылесос ты так и не выдвигал из-под дивана, ты даже не убрался в своей комнате. Ма, потому что моей комнаты толком нет, мы ее так не задекорили. Тут живет вонючий мишка, Ма, который просто тут все запердел. Ну, ладно тебе, ну, ладно, давай, короче, сегодня... Ма, он же повернулся. Давай мы его уведем, короче, сегодня. Ма, на крышу. Обдекорим эту, обделаем, короче, эту комнату. Ма, подойди сюда, посмотри на его хвостик, Ма, посмотри на хвостик. Вон туда, что давай. Там? Ма! Чего? Все, пошли! Скажите, дорогие друзья, мы сейчас реально будем декорить второй этаж. Вы просто нам миллион лет писали. А когда? Да. Когда вы задекорите второй этаж? Ма, вот это все... Знаешь, что я предлагаю сделать дизайнерское решение? Вот эту фигню нафиг снести, короче, и расширить ты комнату. Ты о какой фигне говоришь? Вот это вот квадратное. Вот это ты про стенку, что ли? Ну да, Ма. А как мы будем подниматься по лестнице? Ма, я тебе сейчас все расскажу, все покажу. Ма, погнали, надо сначала заработать мани на карбане. А, точно, блицкие. А у Ма, тебя нету? Ма, нет, а у тебя есть? Нет, мы честно. Мы все... Ма, ну-ка. Ма, по-моему, что-то есть, заначечка. Так. Не, потратила. Потрачено, так. Ма, о, смотри, там что такое, Ма? Где? Вон там паркур, что ли, Ма, погнали. Погоди, да подожди, моя машина. Давай, Ма, подожди. Бэйби! Как старые добрые времена. Друзья, чисто для вас... Вау! Подожди, оно... Ледяное. Я не хочу, я ножки отморожу. Ма, ну и что? Так, здравствуйте. Так, здрасте, подождите, сейчас, что-то вам говорите мне, вы. Okay. Давно мы не проходили паркурчик, хотите подзаработать? Только сегодня мегаполоса препятствий, и вы получите пачку долларов, хотите? Ма, я хочу доллары, Ма, доллары хочу. Да, да, зелененьких нам пачку. На потрачку. Ладно, все, пошли. Ма, тачку, пачку на потрачку. Ма, давай, пошла. Пачку на потрачку на прокачку нашей хаты. Ма! А что у меня, кто? Ма, не знаю. Давай, Ма, проходим. Вау, тут смотри, заборчик, оп. У нас зимний паркур, ребятки, если что. Ма, этот паркур жесткий. Смотри, Ма, давай на столбик. Ма, ты соскользнула. Ну, хорошо, что не села. Ма, давай. Отходи! Ма, давай, давай. Ма, оп, раз. Два. Два. Три. Вот сейчас пройду, смотри. Ма, давай. О, блин, да опять! Ма, короче, этот столбик не для тебя. Так, ну-ка, Ма, давай. Да, но зато для тебя. Ма, ты что такое? Да блин! Ма, ты чё? Ма, ты чё, вообще нубик, что ли? Да я забыла, каково это, быть паркуристом. Ма, давай, ну-ка. Да, Ма! Позорище, Ма, хату на тебя просто, хату. Да вообще позорище, сейчас поем, погоди, может я не поела. Кашу Ма, давай, ела. Ма, каши мало ел. Смотрите, Ма реально такой, прикиньте, паркур не умеет вот такой проходить. Ма, позор, так короче. Сложно же на такой столбик прыгнуть. Ма, да, ты, Ма, ты что, угораешь? Ну-ка, сейчас подожди, я попробую. Что, реально так сложно, ну-ка? Да реально, я не знаю, как ты сделал это. Ма, смотри, вот так. Ма, что ты происходит, Ма, а? Ты что, угораешь, что ли? Ма, да! надо без контрола просто берешь и прыгаешь. А, без контрола? Окей. Ма, ну ты и тупая. Так, все получишь, ты чего, иди натуре. Сюда, ёлки, а? Ваня, надо, пожалуйста. Ма, в натуре какой-то тупич. Блин! Ма, ну ты вообще реально. Минус 150 IQ, короче. А позорница, ладно, сейчас пройду. Ма, в натуре позорница вообще. Фу! Ой, фу! Давай! Ма, ты, Ма, может, это сейчас так 20 минут? Не выключайте видео, сейчас я сделаю это. Мне кажется, Ма не сделает, друзья, вообще, что-то особо. Поверьте, давайте силой мысли, поверьте мне. Ма, мы в тебя не верим вообще. Да! Ма, позорич! Еще верьте сильнее, давайте, ну че вы? Ма, позор! Давайте, крестики, все пальцы скрестили, давайте, быстро. Прикиньте, вообще, я Ма 2 года играет, даже не умеет, короче. Так, все, можете не скрещивать пальцы, ребят.
3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Я просто, давай, ма, дальше. Ребят, реально, 3 часа проходило. Ма, позорище. Ай! Понял. Ма, это сейчас изи пройду. А вот ма сейчас накернется. Так, 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 так. Молчать. Если я накернусь, я опять 3 часа буду проходить эти 100. Ма! Просто вообще. О боги, короче, ребят, это какой-то... Ма, телепортируйся, да. Ма, разрешаем телепортироваться. Спасибо. Ма, ой, стоп, тут... Ма, на лед пошла? Ма, давай, это... Называется режим зимняя снегурочка. Ой. А бывает не зимняя? Ма, бывает летняя. Да? Ма, ну да. О, ну ладно, окей, допустим. Ой, блин, скользко, я коньки реально сейчас отброшу. Ма, не отбрасывай, давай, давай, оп. Ой, ой-ой. Ой, блин! Ма, ну... Падать-то уже не мягко. Мап! Смотрите, друзья, матч это вообще фальшивит, короче. Ма, ты чё фальшивишь, короче? Все нормально, все под контролем. Опа! Ой, 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 ой! Ма, чисто, прикиньте... Проскользила чуть мимо, ну ладно. Ма за 2 года не научилась, ма хатуна тебе. О, блин, вот это вот фигня вообще капец сложно. Ой, ой. Я сделаю. Ма, давай сюда, давай, ма. Ща. Так, а мы пока... А! Ма, смотри, сколько там бабосиков. Ма, смотри, сколько там. О, берем, берем. Нет, мы не берем. Да как ты так делаешь? Ма, не расскажу. У него есть волшебная кнопка, на которую он нажимает, и все у него в кармашке. Ма, ну это, друзья, не палим контору. Ма никогда не узнает. Так, надо сейчас спускаться, ма, спускай. Прыгай, знаешь куда? Вон, на этот, карниз, короче. Ма, смотри, какой я паркурист. Ма, смотри вообще. Ма, смотри, что творю. Ма, видала? Это фиаско, братан. Ща, погоди, сейчас я спущусь зыркой, смотри, вот. Вот как надо, вот. Ма! Ну ты птичку летящую, блядь. На птичку сбили, птичка попалась в клетку. Не, блин, так ладно. Ма, все, поехали бабосики тратить. Пипец, ма вообще 1 000 000 часов проходила паркур. Ма, позорись. Да блин, я не могу ездить. Друзья, напишите, да, скажите же. Вот, и что там застряло? Мам, мне с тобой стрёмно теперь, ма, ты меня позоришь, короче. Да хватит. Ма, вообще позоришь, вот ты чё. Да все нормально, ну видишь, ну машина забыла, как водить чуть-чуть. Ма, ой, вообще позоришь. Так. А чё это, мы в какую-то замухрышку приехали. Ма, мы приехали в новый нормальный магазин. Ма, это новый сельский магазин, тут вообще крутые товары, ма. Вот именно, что он сельский, видишь, какие очки для селянин. Ма, это очки для тебя. Ма, ты сама хотела такие очки. Ты что, офигела, что ли? Сама такая... Помните, год назад такая мама подходит. Ой, какие очки, я хочу купить, Женечка, купи мне очки. И сейчас такая... Все, это я выросла из селян. Этих очков, они теперь для селян. О, мачо СВ, а макарон-то подправь, короче. Так, здравствуйте. Да, подожди, сейчас поедим, подправимся. Так, здрасте. Ма, и мне вот тоже, дай мне. С вами поболтайте. Так, отойди. Ма, ты чё? Ма, Тан, привет, у нас новое поступление, и моя дочка с радостью все вам продаст. Какая дочка? О, мадам. Мадемуазель. Какая из них? Ма? Тате больше нравится. Ма? Так, ну-ка. Ма, ну не знаю. А их две. Ма, ну значит с двумя. Ты что, балдел? Ну, ма, друзья же. Ну ладно, дружить разрешаю. Так, давай, что там берем? Так, о, ма. Ой, то что... Давай ты берешь... Так, знаешь, я беру вот первое, вот этот бокс я беру. У меня всего 3 долларчика, которые... Так, когда мама пока не тратит, я буду рассказывать, что я беру. Банку для печенья, печенюшек 32, ма, слушай, нормально. Рюкзак в школу. Да ты что, у нас же ма, PlayStation, вторую PlayStation. Да погоди, да не трать бабло, погоди. Ма, пиццу, хочу конвейер, это... Мебель возьми, да ты что, подожди, конус возьму. Ой, Switch, короче, Nintendo. Маску хоккейную. Во, ма, вообще нормально. Че, зачем это все, дружок? Ма, картину. Еще одну картину. Еще картину. Погоди, еще да стой, ты подожди. Ма! Ты возьми там стол, я не знаю, что-нибудь нормальное. О, еще Nintendo и рисуночки. Ма, все взял. Ма, дай мою картину. Ладно, пусть тебя будет. Ма, бери. О, на фиолетовое. Ма, ну на отель. Так, ладно, сейчас покупаем столы. Так, покупаем столик. Еще один столик. Тумба, пульт, здесь тумба. Телевизор, двойную кровать, тумбочку. Так. И клоун страшный, смотри.
Клоун. Покажи, поставь. Мат, дом поставим. Так, стиралку. Мыло для стиралки. Мо, ночью хотел. Так. Мыться надо каждый день. Ма, мыться. Ма, попомыть, попомыть. Нужно каждый день. Да, же ма, есть день. Ма, ма, дай мне один долларчик. О, блядь, забираем, забираем. О, мать. Блин, верни. Давай, кидай. Карман выверну, она. Ма, так, все, минус бурятик. Так. Ну, давай. Сейчас мы делаем. Так, я, короче, беру и все. Знаете, что беру? О, комиксы я взял. О, комиксы не взял, комиксы беру. Все. Ма, отлично. И ты что-нибудь тоже покупай. Знаешь, что, купи, купи, купи. Я уже взяла свое. Что ты взяла, ма? Сейчас, погоди, сейчас посмотрим. Так, 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 так. Ма, а я возьму, знаешь, что? Оранжевый будильничек. Возьму. Все, окей. Иги. Сема, погнали декорить, слышите, друзья. Ты что, истырила, смотри. Ма, ты что, офигела, что ли? Ма, садись. Ма, варюга, короче. Ай-ля-ля-ля, выброшу это вообще, чтоб никто не покупал. Осуждаем, ма, осуждаем. Полная бескусица сельская. Ма, ты что, получается, ты год назад сельская была? Ма, сельская коровка. Нет. Ой, подожди, нам надо кирочки взять. Людочка, Людочка, так. О, давай здесь бери кирочку, мама, здесь кирочку. Чтобы нам все, аккуратненько стену спилить. У нас сейчас будет декор века. Что такое, мама? Слушай, мне кажется, спилить стену это плохая идея. Мать нормальная. Смотри, короче, рассказываю свой мой бизнес-план. Так. Вот, вот здесь идем сейчас наверх. Вот так. Этих всех ступенек у нас вообще не будет. Почему? У нас же пробег на крышу. У нас будет прям... Прям смотри, сейчас рассказываем, а ну-ка спускайся. О. Смотри, ты поломал вообще. Ма, сейчас узнаешь, что будет, короче. Так. Ма, что там звонишь? Видишь, тут просто некрасиво, тут двери нету, короче. Сейчас так. Будет красиво. Так. Так, так. Так, здесь вот так. А, блин, ой! Все, здесь вот последний, грубо говоря, участок. Мы теперь не будем путаться. Теперь смотри, внутри, мам, мы отоварили все три этажа, Людочка даже не узнает. Здесь теперь срубаем вот эти стены, ма. Давай, срубаем. И тебя туда толкаем. Нет, ма. Ну, а так. Ма, Мишка, давай. Мишка смотрит, думает, что вы творите? Кстати, Мишку забираем. Ма, все, забери Мишку. Нету. А как я его заберу? Ну, не знаю, ма, как-нибудь. На шрифт это. Ма, ты можешь. А, точняк, сейчас, погоди. Так, сейчас уберем лишнее из рюкзачка. Так, так, оп. Слушай, он не берется. О, ма, подожди. О, взялся. А, мы пока не можем на крыше. Ма, ты, ма, ты че? Уже... Ма! Ма! Я его починю, честно сделаю. Ма, осуждаем, короче. Так, вот эти блоки мы забираем. Вот, оп. Давай пол делай. Так, ма, осуждаем. Все нормально, я его починю, честно, приведу обратно. Мо. Все, здесь у нас будет лестница прям вот здесь, короче, и все. Круто, да, придумал? Ты что, у нас несколько этажей будет? Ма, ну да, круто, да, и у нас будет этаж просто на крышу. Прям а из нашего дома. А что у нас такое, окно так и будет внизу, да? Ма, мы здесь переделаем. Короче, давай раскладываем. Короче, так. Ма, у тебя есть блоки? Заделай вот здесь вот два блока. Я хотела лестницу, ну ладно, сейчас сделаю. Ма, давай лестницу. Пока у нас будет стрёмная такая лестница, а потом будет крутая, как вот эта, короче. Круто, да, ма? Так. Ма, что ты делаешь? Ма. Да лестницу пытаюсь поставить. Ма, не умейка. Так, дай мне лестницу, моя поставлю. Да. О, так, забираем. Всю забирай лестницу. Ма, лестница чудесница. Так, ну-ка. Вот так, вот так, вот так. О, ма, круто, да? Теперь вот так просто поднимаемся и все. Здесь... Нормально. И здесь у нас огород будет. Круто, да? Я тут застряла немножко. Мо, ну что ты делаешь? Ой, слушай, окно можно просто вот так оставить, типа пусть будет. Ну да. Но потом крутую лестницу сделаем, и будет круто. Так, ну, теперь декор мы делаем, декор, так. Так, обдекориваем, обделываем. О, смотри, какие я лестницы поставила, прикольно. Ну-ка, мо, ты что там делаешь? Так. Найди меня. Ма, ты что ты делаешь? Так, знаешь что, стиралочку надо. Давай стиралка будет у нас прямо под лестницей вот здесь. Давай, ставь. Вот здесь у нас будет стиралка. Во, ма, смотри, круто, да, заныкал? Да, запихнул, отлично. Ну-ка, ма, ну-ка, твои можно там это... Чего? Постирать. Кого? Ты куда пошел? Ма, вот стрижу труселям выберу.
Оставь! Где? Мам, вот у меня в руке. Так, все закидываем, ну-ка. Что он у него в руке? Ну-ка, покажи. Мам, твои трусики. Это штаны мои, штаны. Мам, смотри, стирает. Смотри, на нее нажми, смотри, реально стирает. О, реально стирает. Кожаные ботинки, кожаные штаны. Мам, это труселя твои. Это штаны! Мам, это. Так, короче, теперь сейчас дальше что? Сюда вот ставим вот эту штукенцию. Так. Во. Какую? Смотри, мы красиво. Шкаф, комод. Мам, шкаф, комод. Компот. О, сюда часы. Ма, ну красиво, кстати. 11:00 на часах, ребят. Ой, ма, неправильно поставилось. Так, все, часы у нас стоят. Так, вот здесь будут макубики. Ма, это паркур, короче, это отсылка на паркур. Круто, да, ма? О, да, слушай, похоже. Так, здесь у нас будет телевизор, ма. А это отсылка на то, что у тебя серия выходит в 11:00? Да, ма, это... Кстати, друзья, в 11 по Москве всегда серия, вот эта отсылочка на серию. Что там, когда постирается-то? Все, стоп. Что там, мои штанцы постирались? Ма, они чистые. Ма, они стерлись все. Надо их надеть. Ма, одевай. Они еще мокрые, правда? Ма, одевай, ну все равно. Ма, смотри. Вау, вообще. Что только там, в кожаных штанах. Ма, смотри, отсылочка, короче, какая. Ма, знаешь, на чьей-то отсылочка? На серии, где маньяк. Ма. А, это маска, это же маска, я хоккейная, не понимаю. Хоккейная маска, да. Джейсона Вурхиса. Ма, круто? Прикольно. А вот эти фоторамки, куда ты хотел повесить? Так, сейчас мы повешаем. Короче, ма, эти, кстати, фоторамки вообще крутые. Смотри, ма. Так, давай, допустим, у нас будет одна картина вот здесь висеть. Так. Потом одна будет вот здесь. И так. Оранжевенькая. Вот здесь. О, здесь будут сразу две вот так. Во, ма. Вот это можно повыше. Ма, давай. Не-не, ма, я маленький, мне чтобы было видно вот сюда. Окей. Так, сейчас мы в них что-нибудь засунем. Смотрите, у нас, короче, теперь тут висят YouTube, TikTok. TikTok. А тут их серия, где мы рэперы были, ма, смотри. Да, ребятушки, мы будем менять картиночки. Это наши старые серии, если что, смотрите. Это старая, а это картиночка на новую, та, которая выйдет. Смотрите, друзья, вы понимаете, отсылочка, там будет ролик. Ребяточки, отсылочка. Ма, прикольно, да, придумали? Слушай, мы с тобой умные. Слушай, ну вообще, так, давай, что у нас там дальше-то? Рюкзачочек, вот сюда ставлю рюкзачочек. Здесь, короче, у нас будет Дэнди, ма, Дэнди, я буду играть, ма. Я по... Ма, ты чё? Плакаю. Плакаю, вот. Ма, ты хочешь тоже? Ой, всё, не PlayStation. У меня тумба есть, я не знаю, куда её поставить. Ма, какая у тебя там тумба? Во, тумба-юмба. О, ма, прикольно. Ой, ставь, 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 ма. Ставить? Да-да-да, давай, давай. О, и вот здесь вот просто, оп. Ма, что это такое? О, не-не-не-не-не-не-не-не, шкафы не так открываются. Убирай. Ма, так. Так, сейчас, подожди, я поставлю. А где-то, а, вот, так. Что ты? О, все, ма, смотри. Так во. Шкафы открываются, как нам проходить? Ма, у нас будет все по-кривому сделано специально. Шикарно. Так, здесь, короче, будут печеньки, ма. Вот здесь, вот прям, знаешь, во, вот здесь. Типа мы берем и играем, короче, Sony PlayStation. Кто победит? Прям на полу. Ма, ну а чё? Ну да, все же на полу сидят, играют. Ма, ну да. Тут, короче, будет мой конус, ма, смотри. Который ты надеваешь на голову? Да, смотри, мокрытый, да? Слушай, блин, а подожди, у нас тут, получается, не будет кровати или будет? Не будет, ма, это моя игровая будет комната. Кровати будут на крыше. Слушай, а где мы спать-то будем? На крыше, ма, теперь, на крыше. Какой крыша ты, ма, выходи. Подожди, дожди, дожди, там ждать. Ма, ты подожди, дожди, дожди. Ма, мы на крыше теперь, ма, на звездное небо будем смотреть. Круто придумал? Мы потом здесь еще огород переделаем, сделаем круто, чтобы было. Давай хотя бы потом потолок стеклянный сделаем. Ма, сделаем вообще все. Так, сейчас ставим пиццу. Так. Так, это я не знаю, на что отсылочка, просто отсылочка на пиццу. Пицца отсылочка на то, что мы любим покушать, ребятушки, покюшать. Ма, смотри. Газировочку сейчас поставим вот сюда. Ну и попить мы тоже любим. Да, ма, слушай, красиво получается. Так. Подожди, подожди, подожди. На селянина у нас тоже отсылочка будет. Ой, ма. Сельские очки. Вспоминаю, умираю, сельские ма, очки. Ма, сельские очки, так. Только я о вас мечтаю. Ма, ты что тут убирай сельские очки, что ты делаешь? Ладно, ладно. Они так, будут у меня в кармашке. В кармашке. А, подожди, все-таки кроватки, может быть, и будут. Так, вот этот шкаф надо убрать. Да, давай уберем этот уродский страшный большой шкаф. У нас два комода. Так, и вот здесь, короче, ма, смотри, что будет сейчас. Ты... Ма, не ставим. Ничего не происходит. Давай пиццу уберем отсюда. Давай, ма, так, ну-ка. О, ма, поставилась. Смотри, кроваточка. Всё, о, отлично. И сейчас еще одно, сейчас смотри. Во, о, ма.
Двойная кровать. Чур моя верхняя шконка. Ну, а все, твоя верхняя. Не могу запрыгнуть сейчас, правда. Так, пиццу, куда поставить пиццу? Давай она пока будет, не знаю, где стоять. Да я не знаю, поставь вот на кому. Ладно, она не нужна. Так, рисуночки, рисуночки. Ма, смотри, я тут рисую крипером, а. О, как мило, как криво. Ма, ты чё, это нормально. Так, и вот здесь, короче, еще вот будут. Вот тут комиксы будут мои, смотри, комиксы. Да ты видел, как арты наши ребятушки рисуют? Это просто капец, ну ты, конечно, вообще. Ма. Так, а здесь, короче, будет просто список дел. Я буду тут записывать. Ма, ма, тут отсылочка на клоуна, смотри. О, ну это страшно, конечно. Вырывает. Ма, вот смотри, отсылка на клоуна. Вообще шикарно. Блин, куда бы записку положить? Ма, писку? Ма, что ты говоришь? Записку, вот сюда, вот так лучше. О, отлично, ма. И здесь будет... О, а вот здесь, короче, смотри, карандаши будут. Во, я типа их рисую. Карандаши рисуют. Ну, замечательно. Ма, ну все, в принципе, мы все разместили. Ма, как тебе комнатка? Слушай, ну неплохо получилось, кстати, очень уютно. Очень уютно. Нам еще, короче, вот такие же жалюзи, как вот здесь на окошечке надо будет поставить. И фонарики, кстати, переместить, и вообще будет топово, скажи же, ма. Давай сразу их переместим. Вот давай, снимай. Ой, какой. Ма, они просто сломались? А нет, они упали. Не-не-не, нормально. Так, давай вот сюда их повешаем. Давай, ма, во. Че, все, что ли? Не знаю, у тебя еще. Подготовка во. К Новому году, ребят. Тан-та-ра-та-та-р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 а-та-
шикарно. Слушай, а уютная комната, она еще круче, вообще, чем первый этаж, да? Кайф! Я буду тут тусоваться всю свою жизнь. Мать, это вообще уютник. Смотрите, реально, друзья, мы просто проапгрейдили второй этаж, он вообще крутой стал. Да, если что, будем записывать сначала здесь. Ну да, теперь иногда и здесь будем записывать. Ма, крутяк. Отлично. Стрель, это теперь такой стрёмненький, старый, да, кажется, первый этаж. Ну, мы тоже можем его, в принципе, переделать. Не, мы не будем, это легенда. Мы потом займемся мостри, тут третьим этажом. Здесь, короче, будет огородик, кроватка. Тут пока все, просто весь мусор сюда. И сюда потом переселим медведя, когда ты его оживешь, Ма. А, оживишь. Точняк, да-да-да. Ребят, про медведя не забываем. В натуре. Ма, чисто его скопытило. Сёма, так, мама, ну нас шо? Погнали. Погнали. Оп. Настало время, отлично, погнали. Ма, давай. О, побежали на крышу, и с крыши Басик, мама, нас прыгнем. О, погнали, все, давай. Так. Я не пролетаю мимо, фух. Ма. Амба? Что? Смотрите, друзья, чисто... Чисто, короче, я и тут Ма, короче, вообще угар. Чисто два тебя. Ма, смотри, тут просто сколько вообще, это вообще угар. Боже, кошмар. Ма, иди сюда. Не путайте меня, мой ник мамка, если что. Смотрите, просто смотрите, этот Ма, что вообще происходит, короче? Я не понимаю, что тут происходит. Короче, все надели мое лицо. Ма, что происходит? И твое лицо тоже. Ма, что происходит вообще? Ну, погнать, подожди. Ты чё у тебя с лицом? Ма, чё у тебя с лицом? Ма, ты чё? Не, ну у меня всё отлично, а у тебя что? Ма, так, Сёма, погнали. Подожди, это не я одна тут такая. Ма, да дофига. Ма! Это ты сделал! Ма, неправда! Я видела прям ты! Ма, неправда! Прям передо мной! Ма, это не я! Смотри, сколько меня, смотри! Есть Джо-Джо! Я видела, это был... Ма, ты чё на меня огонь? Ма, не надо гнать! Ма. Женя! Ма! И кто со мной был? Это не я! Это Ма, короче! Да в смысле? Ма, чё на меня гонишь-то? Так я видела! Ма, ну ты ничего не видела? Ма, скажи, что ты ничего не видела! Нормально. В смысле? Пока скип, короче. Ма, ну пока скип. Давайте скипать игру. Ма, смотри, сколько тут реально. Ма, смотри. Ма, раз, два, три, три, ма. Раз, два, три, четыре, четыре меня. Ма, четверо против, а даже пять было. Блин, ма, я... Смотри, Тася за меня проголосовала, Артём. Макросатики. Да я видела, что это был ты. Я не могу Ма! Отрицать. Ма, да это не я, короче. Ма, что ты такое говоришь?
Так, ма, ладно, пойдем конечно. С тобой поговорим. Ма, иди-ка сюда. Пойди, а пойдем. Что? Нет, ма, я пойдем. Не буду с тобой ходить вообще. Ма, пойдем, пойдем раз, поговорим. Ма, пойдем. Ма, нет. Иди вот сюда, иди. Нет, мне надо сделать задание. Ма, не надо. Ма, иди-ка. Ма, идем, пойдем, задание, задание. Сделать. Где мое задание? Где ма, пойдем, задание сделать. Ма, ну-ка, ма, куда ты пошла, ма? Сюда, бежим. Так, все, ма, иди сюда. Отстань, я знала. Артём, ой, Артём, ты будешь темно. Свидетелем. Да? Блин, свет выключили! Че, кого, кого? Че ты там, ты кого-то замочил? А, я зарепортила! Ма, ты че? Ма, не надо, пожалуйста. Так, все. Ма. На кого гнать? На Джоджи. Джо-Джо. Джо-Джо, на натуре Джо-Джо. Джо-Джо. Ма, ты че всех моих Евгенчиков гасишь? Я просто ты не стоял... понимаю. Стоял, пишу через А. Ты стоял. Стоял ма. Возле убитого. Ма, ну что такое говоришь? Кстати, друзья, смотрите, ма вычесывает моих Евгенчиков, братанов моих. Я сейчас буду вычесывать ма. Я буду искать Настю, Ваньку. Ма, всё, почему, Джо, почему Джо. У Вани твое лицо? Почему у кого? У Вани твое лицо, ма. Ваня первый. Смотрите, чисто ма, Ваня первый. Ну, ему нравится, может. Ма. Так, ну и чё? Ма, ну голосуй. Я короче. За Джо-Джо. Я думаю, это ма, короче. Ну, в натуре это ма. Давайте. Во! Ма. Ма выпиливает моих Евгенчиков. Молодцы. Ма выпиливает моих Евгенчиков. Так, я сейчас пойду ма, короче, гасить. Ма, иди-ка сюда. Ма, 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 пойдем. Да? Ма. Ну... свет, ребят. Ма, ну пойдем сюда, ма. Это ты со мной бежишь? А нет, это не ты, блин, маска такая же. Ма. О, тут Настенька бегает. Привет, Настенька. Ты чё маску ма одела? Сейчас будем выпиливать ты и потом выпилим ма. Ты загасил о, её? Ма, привет, и ты чё? О, оригинал пришёл. Починили свет. О, починили, так. Оригинал. Так бежим, Настенька, бежим отсюда. Вот тут Тасечка стоит. Я теперь так, с Тасечкой буду ходить. Так, мы, кстати, всё, у нас одинаковое лицо, ма. Мини-сиди, бежим отсюда. Бегай, бегай с ней. Еся, убегаем, убегаем. Да, всё. Да, беги с Еси, беги. Еся, бежим. Да, 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 да. Ой, давай, Еся, мне. Гаси, гаси ее. В смысле, Еся, что ли, предатель второй? Ма, да. Она не будет гасить меня, она хорошая девочка. Ма, пусть гасит. Так, ты где бегаешь? У меня, короче, хиткраб мой хочет, короче, прыгнуть на лицо. Знаешь, он прыгает. Ой, тут Еся бегает. О, ма, привет, как забежала. Ма, приветик, приветик. Блин, отстань. Ма, иди-ка сюда, ма, сладкий пирозок. Где мой зуб? Ты чё сделал? Мне бошку снес, офигел, Настя все видела. Я пишу, это Настя. Ты чё на Настю гонишь? Ты это был, офигел, смотрите, кинул меня просто. Чисто Настя. Ай-яй-яй. Ма, ну в натуре если. Капец. Ма, ну блин, Настенька. Ма, тебя Настенька загасила, это не я был. Слили все. Ма, ну опять ты как хотела. Ма, вот. Видишь, все меня любили, верно? Все, все, отличненько. Все. Ма, покинула чат. Мы съесть. Покинула чат. Мы съесть победили. Чат, 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 чат. Покинула чат, чат. Ма, чат, чат, чат. Ма, Еся, ты была предателем.